Вместо обеспечения экономического роста власть ищет спасения в карманах людей. При мне такого не было. Когда Михаил Касьянов был во главе правительства, российская экономика росла, даже при цене на нефть в 25 долларов. Мы находили возможность снижать налоги, поднимать доходы граждан, помогать сельскому хозяйству и мелкому бизнесу. Люди стали покупать стиральные машины и ездить отдыхать. Но потом власть стала забирать все себе. Аппетит чиновников рос вместе с ценой на нефть. Даже когда нефть упала, властям все равно требуется все больше и больше. Система растратила деньги и теперь начала залезать в карманы обычных граждан. Страна оказалась в тупике. Надо перезагрузить систему. Средства на социальные программы можно найти, сократив бюрократический и силовой аппарат и контролировать, где тратятся деньги. А улучшение отношений с миром поможет экономике. Не надо залезать в карманы граждан. Перезагрузи систему. Поддержи Парнас.